А что сейчас? Подожди, не хочу. И сына, и святаго духа. Гение нашей чести и славы, ибо инженер путеец всегда был гордостью России. Честь вам и слава. Спасибо. Это ветер, наверное. Готовность к началу отправки моста. Докладывают начальники плавопор. Номер один. Ракета прям. Номер два. Номер три. Отправку моста на новое место дислокации. Первый этап. Разрешаю. Самый мост будет стоять. Ну шары пускают. Самый главный шар не поднял. Молодец, он стоит на мосту. Мы стоим, классический. Теперь поехали. Да, поплыли уже, поплыли. Вот судя по забору, вот этим полоскам. Да, поехали. Я не знаю, я смотрю, куда плыть. А мы с вами на Смотри, какая дерево. На шары посмотри. На шары. Мне нравится. Слушай, большой Боря, не хочешь сфотографировать или не будет видно? Не хочешь сфотографировать? Постарайся, чтобы эта рамка вот эта ниже опустить. Ого. Сейчас он поднимется. Я просто хочу привязать его к Академии наук. Нет, не получится без рамки. Ну, пойдем. Ну, сейчас, подожди, пусть проедет. Раз. Бывает в жизни. И до этого даже было хорошо. Смотри. Вот что-то созидается, да? А? Они да, но вот шарик не занимается. Но он, видимо, привязан. Да нет, а он они там его подкачивали. И, видимо, но все равно он, видимо, не поднимает. Это да. Привязанный просто, как рекламный. Ну, ну вот. Ну все, он... Пожалуйста.